Привет, друзья! Приветствую на канале Alex Ivers к обзору часы Montana USA Quartz Ana Digi. Ну, вот такая вот модель. Работает от батарейки. Естественно, проверял. Вот верхняя секундная стрелка двигалась. Прижал батарею, начала двигаться. Потом закрыл корпус, защелкнул. Перестала двигаться. Исчезла почему-то. То есть сказать, что совсем не рабочая, не скажу, но... Работают с переменным успехом. Вот так батарейка в комплекте здесь есть. Бирочка — это просто бирочка, ниточка. Так. Нет, не появляется, да? К сожалению. Ну, вот такие. Не встречал я таких часов. Не знаю, насколько они интересны. Там поклонников кварцевых электронных часов. Ну, такие необычные немножко. Предположительно, совдеп периода. Хотя могу ошибаться. Друзья, больше показывать, рассказывать нечего о них. До новых встреч. Увидимся на канале.